Здравствуйте! Приветствую вас на канале Hardly Set Info. Сегодня я хотел бы вам показать, как очистить кэш на вашем смартфоне Vivo S1 Prime. Для этого мы зажимаем кнопку блокировки и жмем «Перезапустить». Далее, как только логотип пропадает, мы начинаем зажимать кнопку увеличения громкости и кнопку блокировки. Как только появляется логотип, мы отпускаем пальцы с этих кнопок и далее нажимаем один раз на кнопку увеличения громкости, далее на кнопку блокировки. Ждем, пока наш смартфон перезагрузится в recovery режиме. И здесь мы уже можем просто нажимать. Нажимаем на Clear Data и далее на Clear Cache. Жмем ОК. Жмем Return. Операция была проведена успешно. Переходим обратно и нажимаем Restart. Подтверждаем. И наш телефон перезагружается. А перезагрузится он уже с очищенным кэшем. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!